Ждем. Давайте приклеим каптал. Вверху, внизу нужно оставить одинаковое расстояние. Там где-то с пол сантиметра остается. Мазать клеем буду сам корешок альбома. Хорошенько. Вот тут сильно близко, как бы надо близко намазать, но сильно много клея туда не выдавливать, чтобы он не выскакивал. Потом еще раз пройдусь. Вот эти вот уголочки. Чтобы кожзамк хорошо везде приклеился и создавал дополнительное укрепление конструкции. Достаточно близко к краю надо практически. Если там будет где-то клей выходить, надо его убирать сразу же. Как вот здесь переборчик. Ну, как-то так. Где мой капитальчик? Сразу смотрю, чтобы одинаково было со всех сторон. Как со всех? Сверху и снизу. Так можно положить, чтобы пригладить. Как-то надо его придавить. Ну, то есть сушить нужно вот в таком виде. Сразу видно, что все ровненько. И вот так создается как раз нагрузка. Только нужно справа-слева что-нибудь положить, чтобы он не открывался, а именно в таком виде и высох.